невесомости кислорода нету, а мы дышим кислородом. Кислород там выдыхает на деревья лист. А как зимой у тортика Христа Бог видит воздух. Потом сотворил землю. Все в недра земли заложил. И нефть, и железную руду, уголь. Даже Бог сотворил соль. Злом, что человеку без соли жить нельзя. Потом все начал творить на земле. Все здесь. И зелень, и птицу нам всякую. И птиц разных животных. Когда Бог все сотворил, Он сотворил человека. И все это было сотворено для человека. Все. Но на Бог и плод дают. Бог дух живой дает при зачатии. Из мужских и женских клеток Бог строит ребеночка. Мальчика и девочку. Мы дети Бога живого. Ну, она очень писала за Москвами. Покайтесь перед Богом. Призовите Иисуса Христа в свое сердце. Иисус Христос, если был распят на кресте за грехи человека, Он примирил своей святой кровью человека с Богом. Иисус Христос ходатай. Библиотека имени Крупской. За наши души перед Богом открыты. Бог видит каждого человека на земле. Что человек делает, говорит и мыслит ставит. Вот какой Бог всемогущий. Бог не хранит грешников, чтоб пожали. Бог хранит своих детей тому, кто служит Богу. Я слава Богу росла в молитвенном доме. Я знала, кого у деревни, кого за что Бог наказал. И здесь живя, я все знаю. Все знаю. Деточка, меня Бог избрал. Открыть микрофон, это царство. Это Бог усиливает голос. Женщина, заткнись, пожалуйста, либо вы. Тебя Бог за это наказал. Кто с Богом, тот не закрывает рот. Слава Богу, я. Слава Богу, слушай. Деточка, меня Бог, выпить его. Хватит, но ты здесь пожила. Не знаю, за Богом сейчас не хочешь думать. Только скажу, показываю, завтра тебя голове не работает. Она больная, она дурочка. Деточка, я должна, у нас в Донецке 1,5 миллиона. Если я буду кассовым заехать, мне 100 лет. Это Бог усилит. Ну что, дети, будь на Господь кассовым. Благословите меня, храните. Спасибо.